засыпается 2 минуточки, но для улучшения результатов и эффекта этого метода желательно перед тем, как ты будешь ложиться, сходить в прохладный душ и выпить стакан водички, желательно с лимоном, и в таком случае и ты уснешь гораздо быстрее. Еще, как ты уже наверняка понял, это методика, которая требует определенного времени. Но если день за днем ты будешь ей пользоваться, то спустя пару недель ты будешь засыпать за 2 минуточки. Но из первого раза она дает очень хорошие результаты. Так что я надеюсь, ты подготовился и готов сегодня сладенько-сладенько спать и наслаждаться самыми добрыми снами. Готов? И первый наш шаг будет заключаться в том, что ты закроешь свои глазки и представишь, как ты лежишь в каноэ и спускаешься по реке, плавно-плавно качаясь по волнам. Каноэ спускается вниз, ты лежишь на спине и чувствуешь, как мышцы твоего лица расслабляются. Ты немножко приспускаешь плечи, всему твоему телу, с самой макушки до пальчиков ног. Ты плавно плывешь и чувствуешь себя максимально расслаблен. Это был наш первый шаг. Плавно спускаешься. Я расслаблен. Я
Желаю.